Дорогие друзья, всем здравствуйте, сегодня будет последний донат на мой проект «Потный путь». Вообще уже проект заканчивается, да, еще надо будет 1770 кубков поднять, но это все буквально, я думаю, закончится до выходных, которые будут вот ближайшие. Но доначу я реально сюда последний раз, потому что мне осталось буквально прокачать Бо, Тика и найти самые важные пассивки. Это на бита найти пассивку, на динамайка одну, ну и в принципе на этом все. Мне этого будет с головой достаточно, чтобы поднять 8000 кубков. Я параллельно играю потихоньку, хоть сейчас не стримлю. Значит, у нас Шеллина, давайте мы поставим по трофеям. Шелли 900, Брок 750 поднял я, Нита 700, Джесси 700, сейчас надо поднять будет Бона 700, БК на 700, Кольта, Тика. И потом 8 бит просто сразу на 800-900 трофеев, если найдем вторую пассивку. Сегодня я хочу этим заняться. Усаживайтесь поудобнее, всем приятного просмотра и хорошего настроения. Рекламная пауза и... Друзья, я вас очень попрошу подписаться на канал, я очень сюда много влил денег, реально. Проект, по сути, такой, ну, месячный практически. В нем нету какого-то такого долгого. Хотя мы, на самом деле, ну, уже второй сезон его апаем. И я думаю, что он уже запомнился многим. Но влилось сюда немало. Реально не жалел ни копеечки. Делал все красиво, классно, всех выбивал. Остался последний бравлер Сэнди. И на этом аккаунте будут все бойцы после того, когда я апну 8000. И самое главное, что я этот аккаунт не оставлю себе. Я его подарю моему зрителю, моему подписчику. Поэтому становись моим подписчиком, если не был подписан. Подписывайся еще на мой инстаграм, потому что конкурс будет проходить совместно с моим инстаграмом. Ну и жди, когда я этот аккаунт разыграю. Потому что подарю я его, ну вот, ну буквально тебе. Вот ты смотришь, а ты можешь выиграть этот аккаунт, прикинь, бесплатно, с пассивками. Подпишись и лайк влепи за это. Буду очень тебе благодарен. Поехали, друзья, поехали. Последнее открытие на этом аккаунте. Посмотрим, если я буду удовлетворен открытием, если мне выпадет все, что я захочу, я, возможно, на оставшиеся гемы куплю скины. Я реально давно этого хотел, но, блин, я просто не на всех персах играю, и я считал, что, ну, трата на скины, это у меня покупка скинов, пустая трата денег. Потому что, ну, камон, зачем мне скины, когда мне очень важно прокачать аккаунт на фул? Я 2000 гемасов, ребята, залил всего лишь ради одной какой-то там сраной пассивки, чтобы вы понимали. Реально, пассивка мне, по сути, надо только на битам. По сути, я мог бы дождаться следующего дня, она мне могла бы в магазине появиться. Yes, мы прокачиваем, друзья мои, Бо! Какой же у него... Какой у него брутальный голос! Еще раз. Еще раз, погромче. Не, реально, его новая озвучка, блин, классная. Так... Ну что, нам надо пассивочки, нам надо, блин, если Сэнди, давайте покажу вам шанс на Сэнди. Шанс на Сэнди 0-2, ребят. То есть, ну поставьте лайк, чтобы вам выпало Сэнди. Это реально вам, не мне, Лего. Давайте, а ради вас один сундучок большой. Мега. Пам-пам-пам-пам-парам-пам-пам. Ничего не выпало, значит, мега ящики больше открывать не будем. У нас 1700 гемасов, друзья, это вообще жирный. Но я, опять же, не хотел бы тратить все гемы, я бы вот это, если выбил бы сейчас пассивочку, я бы оставил гемы на какое-то интересное открытие следующее. Блин, ну очень трудно выбить именно ту пассивку, потому что смотрите, сколько еще пассивок надо разблокировать. Но я и гемов задонатил немало, поэтому, соответственно, возможно, мне повезет. А может и не повезет, посмотрим, насколько много лайков вы поставите. Если вот реально много-много лайкосов, подписочек на канал, то вам однозначно будет вести только на Леги, на Мифики. Ну, однозначно. Вы же открываете большие сундуки или нет? Так, блин, как же я хочу, чтобы в Brawl Stars ввели какой-то новый скинчанский. Ну что, ребят, только что на ваших глазах последний персонаж прокачивается на 9 уровень. Просто все... Все, ребзи, все. Я потный путь реально закончил. Это последний был донат. И все ради одной пассивки, господи. Реально, ну, блин. Ну и она не выпадет по закону подлости. Но неважно, зато я прокачаю всех остальных бравлеров. Ребята, этот аккаунт реально по фулу. Я его потом в конце, когда выбью эмс, все дела, я всех бойцов прокачаю. Может быть, еще закину гемасиков, чтобы выбить пассивки, но это будет уже зависеть от того, насколько вы поддержите этот видос или следующие видосы этого проекта. Если вы будете ставить много лайков, я, соответственно,
переступлю еще через одно не хочу и задоначу сюда еще раз последний раз. Но пока желания вообще нету. Я считаю, что сейчас $100 просто, ну, в никуда. Типа, ладно, там новые бойцы какие-то падали, господи, ради пассивки только денег. Но. Ради контента, ради вас, ребятки. Блин, от вас только лайк, господи. Это ж так просто, блин. Хотя, вот смотрю иногда, вот просмотры, да, допустим, 200 тысяч ролик набирает, а лайков там 16 тысяч. А остальные 140 тысяч, что делают? Ну, не 140, 180. 184. Немножко с математикой. Что остальные? Почему вы смотрите не зарегистрированные на ютубе? Почему я, блин, постоянно клацаю на скины? Вы не зарегистрированы на ютубе? Или у вас отвалится палец, если вы поставите палец вверх? Я не понимаю. Ребзи, ну поднажмите, ну сделайте рекорд. У нас есть на одном ролике 500 000 лайков. Ребята, 500 000 лайков. Обалдеть. Мне буквально вот год назад было 500 000 подписчиков, но на одном видосе есть 500 000 лайков. Это прям дофигишечки. Блин, вы заметили, мы ни одну пассивку не... Вы заметили, как только я это сказал, сразу пассивка. Кстати, первая пассивка на Джесси. Сейчас мы ее затестим. Шок, окей. У нас 700 гемов еще. Ну что ж, продолжаем. Продолжаем. Блин, ну мало, мало. Я хочу больше. Я больше хочу пассивок. Камон. Да ну. Подписчики, ну давайте, порадуйте холдика. Ну реально, подписался, лайк поставил. Все. Ич. Ну чё не падает, ну? Ну, одна пассивка за 2000 гемов. Это как-то несерьезно, разработчики. Разработчики. Вы хотя бы, блин, пассивки мне дайте, а то вы, кроме страйков, мне ничего не даете. Так. 500 гемасов осталось, ну. Оу! Ну, блин, набор на самом деле вот это, которое в кустах палит такое. Ладно, ладно, ладно. Так. Блин, это ништяк. Это ништяк. Так. Блин, тупо два куска ради одной пассивки. И выбиваю не то, что надо. Ну, кстати, хотя бы уже две пассивки выпало. Давайте, у меня будет сразу шок, если выпадет та пассивка, которую мне надо. Мне надо набита вторую жизнь. Срочно. Пожалуйста. Ну, поставьте лайк. Поставьте лайк, ребятки. Да что ж, где же ваши лайки? Я не вижу ваши лайки. Вы лайки сегодня ставить будете, не? Ля, ну падает одно и то же. Итого у нас осталось... Последний сундук. Так грустно. И он пустой! Вы поняли? Падает Леон и Фрэнк. Все остальные на фул. Уровень силы. Не, давайте больше всего трофеев. Ну что я хочу сказать? Осталось на Динамайка, набита. Господи, набита. Что, давайте затестим. Что у нас, королевский прием? Отлично, поехали. Па-ба-ба-бам, па-бам. Потом сыграю, наверное, на бошечке. На бошечке, на ебошечке. На бошке. Поехали. Так, а что этот шок дает? Я постесняюсь спросить. Там, по-моему, если много целей, то она как-то электризуется, да, и попадает по сразу нескольким мишеням. Так, это плохо все, это плохо. Плохо мансим. Я мансить не умею, сразу предупреждаю. Так. Пым. Давай уже порешаем с тобой, Брок, эти вопросы, которые у нас остались. Дадим ответы и, в принципе, на этом разойдемся. Давай, я думаю, что у меня больше урона. Я так думал, слава богу, я ошибался. Так, Ребзи, смотрите, тут тоже кто-то... Бык, откуда ты появился, блин? Ты что, съел Брока, серьезно? А, не, Брок еще живой. Надо как-то ульту набить. Блин, в итоге я набил ульту своему сопернику. На, накидываем. Оу, щет. Давай, родной. Вот тут я, по-моему, через вот эту турель... А, вот у нее какие-то электрические должны вылетать. Эти. Но мне больше нравится, которая хилит турель. Мне больше пассивка нравится, которая турель хилит. Ну вот нормально, да? Ну,
Ну давай уже, я попаду по тебе. Оп, оп. И убью тебя. Наконец-то мы с Броком уже закончили. Тихо, не садись. Так. Наконец-то этого Брока убил. Так, тут никого нет? Хорошо. Так, ну пока нормально. Я думаю, что топ-1... топ-1 за мной, я думаю. Так. Так, у меня есть уже ульта. Я постесняюсь спросить. А, ну все, да, мы остались раз на раз. Давайте я сейчас набью ульту. Так. Все, отлично. Ну давай, Нита. У тебя 8 банок, тебе бояться нечего. Это у меня, блин. Так, хорошо. Блин. Не повезло, не фартануло. Слушайте, ну можно попробовать на боя. На бо тоже выбил пассивку. Но на бо надо играть, когда много-много-много... Вот на штольне, да? Вот в дуо можно идти на бо. Типа там вот кусты палит она. Вот. Оу, с таким-то голосом. Ну я тут не затащу на бо. Ну попробуем. Одну катку. Окей, я знаю, вы их просите, да? Ты же просил на бо сыграть? Нет, не просил? Так зачем я тогда играю? Не буду тогда играть. А, блин, я думал отменил, в итоге пошел бой. Ну ладно. Последняя каточка. Блин, на бита, когда же я выбью на бита? Ну, видимо, еще не время. Но я больше донатить не буду ради пассивки. Одной. Я реально сегодня донатил ради одной пассивки. Блин, ну, блин, реально немножко жалко. $100, но я надеюсь, что мне будет не жалко $100, если этот ролик соберет, я не знаю, 50 тысяч лайков. 50 тысяч лайков соберет, я такой, ну ладно, типа, нормально. А если не соберет, блин, печалька. Так, ну, слушайте, я теперь 10 уровень, я как бы теперь взрослый бо. До этого я был школьник какой-то. Не, ну, 8 уровень студент. Не, вы со Спайком сговорились, что ли? Так, ребята, у меня хп нету, мне надо похилиться. Так. О. Моя школа, зажимать вдвоем. Оп, хорошо. Так. Я заберу все равно, это мое. Ребят, ну давайте вы там немножко охладите свой пыл, да? Я как бы тоже... Хап, мимо. Хап. Блин, динамайк бесит. Оу. Ёптель. Мы в Дубае. Слушайте, надо кого-то уже прессинговать. Я думаю, что это динамайк будет. Кактус грёбаный. Так, я выжил, ребят, каким-то чудом. Все, сейчас надо уничтожить этот папоротник. Я его всегда так называл. Иди сюда. Так, 3 бойца осталось. Ребят, я на бо думал не затащу, а в итоге чувствую, что это топ-1. О! Блин, он как-то ульту набил, вы чё? Шутите? А где третий? Чё он там ждет, пока мы тут... А, Кольт, ты... Ёп! О, хорошо, Кольт помогает, отлично. 9 банок у Кольта, серьезно? Не, ну я так не играю. Ну все. Минус проблема. И тоже топ-2, походу. Давай. Да, блин, тычка. Ну, что-то мне на топ-1 не везет. Ладно, топ-2 устраивает. Друзья, ну что, теперь, конечно, очень легко играть. Очень сильный теперь у меня персонаж, аккаунт. Теперь вообще, ну, это лапочка-то какая, блин, аккаунт. Я не знаю. Подписывайтесь. Давайте последний бокс откроем. Ну, вдруг с него пассивка. Я офигею. Оп. Угу, конечно. В общем, подписывайтесь, ребят, скоро этот аккаунт буду разыгрывать, скоро подарю его вам, не пропустите это реально, блин, тупо надо участвовать в этом конкурсе, это сколько денег влито, я не знаю, вас такой аккаунт, ну, вам такой аккаунт никто не подарит, обязательно подписывайтесь и ждите розыгрыш, ну, розыгрыш будет после того, как я 8000 апну, ну, а дальше там хоть немножечко поиграю легами, там, вот этим всем. Потому что так хочется. Хочется сорваться и пойти поиграть другими персами. Но нет, я играю только теми, которые даются мне за лигу. И осталось поднять чуть-чуть. Но эти 2 дня меня не будет. Там понедельник, вторник. Ой, воскресенье, понедельник. Это же ролик в воскресенье выйдет. А воскресенье меня уже нет. В понедельник я тоже подъеду попозже. Поэтому кубки, я не знаю, может Unreal немножко поиграть. 6500 плюс хотя бы возьмет. Ну а потом продолжу я. Спасибо, люблю вас, обнял. Вы лучшее, знаете это. Кто досмотрел до конца, напишите слово «каравай». Всем хорошего настроения, не болейте и до новых встреч.